Грипп сдает позиции. За прошедшую неделю в ноябрьске ОРВИ и гриппом заболели 820 человек. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущие 7 дней. Об этом сегодня сообщили специалисты территориального отдела Роспотребнадзора. Всего же в нашем городе с начала года переболели свыше 13 тысяч человек. Больше всего страдают дети в возрасте до 2 лет и от 3 до 6. К слову, только в этих возрастных категориях до сих пор превышен эпидпорог. Что касается высокопатогенного гриппа, или как его еще называют, свиного, то им за минувшую неделю заболели еще 4 человека. Всего же в ноябрьске на сегодняшний день зарегистрирован 51 случай заболеваемости вирусом H1N1.